Здесь мы встречаем беженцев, даем им информацию о том, куда они могут поехать в Украине, созваниваемся со штабами МЧС, помогаем выбрать им удобный путь, более дешевые билеты, помогаем продуктами, то есть на дорогу, вода, памперсы детям, расселяем мам с детьми в зал в повышенной комфортности, либо в гостиницу по наличию мест. Еще кроме этого, у нас есть пункт оказания помощи беженцам, которые на данный момент уже находятся в городе Харькове, приехали и зарегистрировались. Расположен он по улице, по адресу улица Краснооктябрьская, 20. Вот туда, дорогие граждане, если у вас есть возможность, можно приносить продукты питания, крупы, сахар, чай, памперсы, детское питание. Там постоянно, каждый день приходит более 100 или 200 человек, которые обращаются к нам за помощью. То есть от городских властей очень хотелось бы, чтобы по городу, в метро, на станциях железнодорожных и автовокзалах появилась информация о том, куда могут за помощью обращаться временные переселенцы. То есть как минимум эти телефоны МЧС, адрес «Газпрома», третий подъезд, первый этаж, комната 19, где проходит регистрация беженцев, и информация о том, где беженцы могут решить все свои вопросы. Получение пенсии, восстановление детских пособий, восстановление документов, оказание медицинской помощи. Вот этой информации в городе практически нигде нет. При том, что в данный момент в городе находится огромное количество беженцев, которые просто не знают, куда им обратиться за помощью. На вокзал вот в течение дня какое количество людей может обратиться в течение дня? На вокзал каждый день приезжает огромное количество людей. То есть посчитать практически невозможно. Мы оказываем помощь, вот кого мы более-менее запоминаем, это люди, которые действительно требуют сопровождения по вокзалу. То есть помощь покупки билетов, то есть это где-то 300 человек за день. То есть вот кому-то мы помогаем поселиться в гостиницу, дождаться поезда, кого-то сажаем на поезд, кого-то просто кормим. А на самом деле людей значительно больше. То есть у нас сейчас здесь большой информ-стенд, на котором есть и расписание, и адреса, по которым можно обращаться. То есть много людей просто подходит, читает и самостоятельно получает информацию. Люди стараются ехать там, где есть родственники. Это не только по Украине, наверное, и в Россию люди уезжают. Да, большинство людей, естественно, едут к родственникам. У многих родственники есть только в России. Едут тогда в основном до Белгорода, потому что туда можно доехать быстрее и дешевле, потому что у многих денег нет на выезде, а в Белгороде уже через перечисление денег родственниками и им на карточку они покупают билеты и едут дальше по России. Спасибо вам большое за вашу работу, за то, что вы так относитесь к людям, которые попали в беду. Спасибо вам большое.